Садоводы и владельцы подсобных хозяйств района съехались в Колпашево на традиционную осеннюю ярмарку. Мероприятие под названием «Дары осени» прошло на площади перед городским домом культуры в минувшее воскресенье. На уличной сцене развернулась концертная программа. Артисты танцевальных и вокальных коллективов учреждений культуры представили зрителям зажигательные номера. С приветственным словом к участникам и гостям районной ярмарки обратился первый заместитель главы района Юрий Некрасов. Наша ярмарка проводится не первый год и становится уже доброй традицией. Кроме этого, это отличная площадка продемонстрировать свои достижения и личным подсобным хозяйством, и фермерам, и индивидуальным предпринимателям. Ну и, конечно же, наша ярмарка для гостей. Приобрести все, что, к чему душа лежит, к чему она стремится. Еще раз поздравляю всех с окончанием очередного садово-огородного сезона. Желаю всем отличного настроения, приятных покупок и хорошего общения. Колпашевцы с интересом обошли торговые ряды, на которых был представлен широкий ряд товаров – от продуктов до садового инвентаря и декоративных украшений. Желающие могли купить дикоросы, орехи, ягоды, грибы, всевозможные виды меда, домашние овощи и фрукты прямиком с огородов, соленья и другую консервацию. Гости мероприятия имели возможность перекусить на свежем воздухе. На территории работали фудкорты с горячими блюдами и выпечкой. Местные мастера представили на выбор горожанам изделия из дерева, вязаные вещи и игрушки. Купить на мероприятии можно было даже верхнюю одежду и обувь. Ежегодно в рамках осенней ярмарки подводятся итоги конкурса на лучшее поселение района и определяются лучшие владельцы личных подсобных хозяйств, которые представляют свою продукцию во время осенней и весенней ярмарок. Церемонию награждения провел первый замглавы района Юрий Некрасов. Первыми премию и диплом получили лучшие владельцы ЛПХ. Ими стали три представителя Новоселовского сельского поселения. Валентина Лыско, Татьяна Жигарева и Сергей Ренкус, владелица подворья из Чижемтовского сельского поселения Лариса Кудайкина, три представителя Саровского поселения Людмила Колесова, Наталья Альберти, Татьяна Глазова. Также почетное звание, грамота и денежный приз были присуждены трем представителям городского поселения – Надежде Куклиной, Ольге Востряковой и Стефании Бедочко. Диплом номинации «Лучшее сельское поселение муниципального образования Колпашевский район», представившее свое поселение на районной сельскохозяйственной ярмарке «Дары осени», был присужден Саровскому сельскому поселению. Юрий Некрасов вручил диплом и кубок ярмарки представителю поселения. Добавим, в прошлом году победителем гран-при также стало Саровское поселение.